Ну что ж, давай узнаем о воде. Что ты имеешь в виду? Насколько чистая вода в Караганде и что думают жители нашего города о ней. Тамирист Люга Былова спросила у жителей, что они думают по этому поводу. Интересная и насущная тема. Да, давай послушаем ответы. Нет. Не пьете, да? А почему? Ну, потому что много, ну, вредных веществ, и она не отфильтрована. Не пьем, она воняет ужасно. Кипяченая. Под крана, но с фильтром. Фильм, почему? Ну, потому что вода у нас некачественная. Даже не знаю, если честно. Ну, на 50% может быть, может чуть больше. Ну, не знаю, фильтры хотел какие-нибудь поставить, но вообще люди же пьют как с автоматов воду, не за нее платят. С труб там чаще всего она хлорированная, и она вся, все трубы чистятся, и поэтому эту пить воду невозможно. Может быть, поставить какие-то фильтры и перестать чистить воду трубы хлоркой? Очищать, фильтры ставить. Ну, бутилированную воду пить. Глобальный вопрос, чтобы весь народ пил хорошую чистую воду, это изначально надо ставить очистные сооружения, фильтра, все, чтобы... Но это очень затратно, потому что зачем, например, совсем чистая вода на канализацию, на мытье посуды, а для питья, ну, каждый старается сам для себя делать условия.